футболисты из Израиля, Словении, Греции и Украины сыграют в турнире молодежных сборных Кубки Лобановского. Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи. Перед открытием турнира семья, друзья, подопечные, юные динамовские футболисты возложили цветы к памятнику Лобановского. Как это было, видел Олег Шумейко. Полтора десятилетия в Киеве проводят турнир Лобановского на стадионе, который носит его имя. Перед открытием возле памятника тренеру много цветов и юных динамовских футболистов. Большинство из них родились уже после того, как футбольная легенда Валерий Лобановский ушел из жизни. Но о его достижениях знают все. Ну, этот тренер очень сильный. Он выиграл очень много всего. С Динамо, с СССР, с Украины. Вместе с юными динамовцами почтить память Лобановского пришли профессиональные футболисты Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михаличенко, Александр Шавковский, которые играли и вместе с Лобановским, и под его руководством. С командой образца 99-го, которая дошла до полуфинала Лиги чемпионов, нынешнее поколение и берет пример. Если они не видели их игр, но, по крайней мере, от своих родителей они знают, что это были звездные команды, которые создавал Мэтр, создавал великий учитель, создавал человек, который за годы, проведенные в киевском «Динамо», возглавляя сборные различные Советского Союза, олимпийскую команду, добивался со своими звездными командами больших успехов. На турнирах памяти Лобановского неизменный зритель, дочь тренера Светлана Лобановская. А вы знаете, мне очень приятно, когда чтят память не только моего отца, и людей, которые очень много сделали для нашей страны. На нынешнем Кубке Лобановского сыграют молодежные сборные Украины, Израиля, Словении и Греции. Полуфиналы во вторник, решающие матчи состоятся в среду. Олег Шумейко, Александр Бугай, UATV.